Всем привет! Недавно у меня появилась вот такая вот новая книга «Цветочные феи». Мне ее подарили на 8 марта. Ну, подарили, я ее, можно сказать, сама себе заказала. Просто сказала, что она мне очень нравится, и мне сказали: закажи, и будет подарок от того, кто сказал мне заказать. Вот, она случайным образом появилась в Валберес, я прям была очень рада. И цена меня устроила, и, ну, как бы, ну, хорошая цена была. Давайте полистаем, потому что я во влоге показала ее и пообещала, что сниму обзор. И написали, что хотят именно от меня обзор получить на эту книгу. Давайте посмотрим. Картонная такая вот обложечка с таким клапаном. Сразу же здесь начинается иллюстрация. Что мне, чем мне понравилась эта книга? Тем, что она односторонняя. Так, это у нас книга какого года? Так, так, так. Что-то я не пойму здесь. Какого года? С обратной стороны, может, где-то написано. Есть две разных информации. Есть 16-й год и 17-й год. То есть книга достаточно не свежая. Так, она у нас прошита и проклеена. Такая квадратного формата. Листы гладкие и кремового цвета. Очень приятная бумага. Здесь, значит, у нас то, что мы можем найти внутри раскраски. И здесь вот начинается сразу. Здесь у нас эльфик рисует, сидит. Или раскрашивает, рисует, наверное. И пошли у нас иллюстрации. Есть некоторые иллюстрации, в которых достаточно много черных линий. В некоторых поменьше. Достаточно много здесь паттернов цветочных. Вот некоторые прям очень красивые иллюстрации. Посмотрите, какая красота. Здесь небольшие миниатюрки этой же иллюстрации, которая находится здесь. Очень интересно сделано. Ну, я эти маленькие иллюстрации не буду раскрашивать. Буду только эту страницу. Ой, смотрите, здесь вот тоже паттерн, да? Вроде бы паттерн, но он такой красивый. С цветочками, ландыши. Мне кажется, эта книга прям весенняя. Именно весенняя, летняя, такая прям цветочная-цветочная. Вот более много черных линий, но она все равно очень милая. Малышка-феечка, улиточка такая, цветочки. Вот, тоже очень красиво. Малыши, конечно, здесь невероятно красивые нарисованы. Смотрите, вот бабочка. Паттерн вроде, да, тут повторяющее изобилие разных цветочков, листочков. А в этом паттерне вот тут вот малышка сидит с цветочком в руке. Вот тоже. Непростой паттерн, а вот феечки нарисованы. Вот тоже очень красиво. Несет букет. Вот прям, знаете, такой, как будто бы прям к 8 марта. Иллюстрация. Вот тоже. Смотрите, какая красота. Обалденная иллюстрация. Я почти под все могу так иллюстрации здесь сказать. Потому что мне эта книга давно очень нравилась. Но я все-таки посматривала на нее. Она все-таки не дешевенькая была, чтобы ее заказать, например, из-за границы или у посредников купить. Вот тоже, да, вроде паттерн, а тут малышка. Феечка. Да, прям хочется уже ее начать. Обожаю тюльпаны. И здесь вот как раз тюльпанчики и феечка. Так. Листы достаточно такие толстые. Тут и солнышко, и феечка. Я сама с вами рассматриваю хорошенько ее. Тоже изобилие, разноцветие такое, и две феечки сидят. Вот попроще вроде тоже, да, паттерн. Но тут тоже феечка есть.
Вот такая красота. Вот это тоже очень нравится. Полянка грибочков на грибочке. Феечка. А вот тут эльфик с фонариком. Получается, здесь, скорее всего, это происходит ночью или поздно вечером, раз тут фонарь показан, что светит. Вот. Мышка на грибочке. И предполагается, что здесь нужно темное время суток нарисовать. Ну, раскрасить, я имею в виду. Посмотрим. Вот такие малявочки здесь с ягодками. Сидит, подбоченилась такая. Или мальчик это, наверное. Неважно. Малыш какой-то. Здесь тоже с ягодками паттерн. С разными. И тут вот феечка наверху. Интересно, нужно будет что-то придумывать, вот как-то обыграть этот фон с паттернами. Что-нибудь буду придумывать. Ну вот, милота какая. На День влюбленных только раскрашивать. Очень красиво. Вот, тоже очень нравится разворот. Посмотрите, какой он красивый. Какие красивые девочки. И крылышки у них такие, знаете... Не из миллион разных там деталек, а именно такие вот, ну, как сказать. Немного деталей. А то бывает, раскрашиваешь крылышко, а там столько разных линий. Вот. Вот, тоже красиво. Я так думаю, цинния, наверное, да, цветок похож на циннию. Тоже вроде бы паттерн, да, а тут вот эльфик сидит внутри. Я уже страницы пронумеровала. Вот такая интересная иллюстрация. Типа веночка, да, и тут в веночке. Я так предполагаю, разное время года или нет? Или мне так кажется? Ну, просто тут вот, начиная от ирисов, и завершает яблоки, дальше елка с шишками. Ну, можно, да, можно даже здесь по временам года сделать, начиная, например, от цветения, от весеннего, и перейти к осенним яблочкам, да, и к заснеженным елкам. А тут у меня идея сейчас промелькнула. Вот, мальчишечки какие тут, сорванцы. Не только девочки, но и мальчики. Это здорово. Очень классно, что она такая разносторонняя, разные темы. Да, вот. Ну, не просто паттерн. Вот, видите, феечки есть везде. Необычная раскраска. Ух, набрал орехов и бежит. Здесь вот прям рассматривать, смотрите, здесь солнышко, поля, а вдалеке деревья. Да, интересно. Непростая такая иллюстрация. Смотришь, вроде бы так все простенько на первый взгляд, начинаешь присматриваться. Вот тоже можно такую прям осеннюю сделать, эту иллюстрацию. Здесь вот они в шапочках, тут уже ягодки поспели. Можно, да, по временам года ее сделать. Здесь вот тоже и шишки, и ягодки. Я так понимаю, это боярышник, наверное, да? Или я ошибаюсь? Похож. Вот эти вот ягодки похожи на боярышник, но не обязательно, что это боярышник. На рябину тоже не похоже. Если вы знаете, что это за ягодка, напишите. Вот это вот уже похоже, знаете. Ну, тоже вроде и на те ягодки похожи, на черноплодную рябину похоже. Тут вот уже и желуди. Ну да, такая осенняя здесь. Здесь вот уже и листья полетели, да, осень. Такая по временам года, можно сказать, раскраска. Ну, здорово. Феечка, тут малышка, она ей что-то, видать, рассказывает, показывает.
Я люблю, когда снимаю обзор, рассказывать какие-то планы свои. Я знаю, что кому-то нравится такое, кому-то не нравится. Я, например, люблю, когда человек не просто пролистал раскраску, но и рассказал о своих эмоциях, о своих, как он видит эту иллюстрацию. Это очень интересно. Ну, это, конечно, мое только мнение. Если кому-то важно просто посмотреть обзор на раскраску, можно поставить скорость побольше и быстренько посмотреть. Не слушать то, что я болтаю здесь. Здесь похоже на пижму, на растение. Посмотрите, цветочки пижмы, наверное, пришивает на одежду. Любуется на ягодки. Да, здесь вот тоже уже яблочки поспели, смотрите, держит подол платья, чтобы яблочко упало. А, и это трясет, я так поняла. Вообще-то она трясет то, что здесь другие какие-то веточки, но не суть. Так, здесь думала, что нет феечки. А нет, вот феечка. Так, здесь у нас орехи и яблочки. А это, наверное, не орехи. Ну, короче говоря, не важно. Вот тоже вот эту иллюстрацию можно сделать зимней. Мальчишечка сидит на веточке елки. Можно сделать, как будто снег идет. Правда, жалко, что он раздетый, малыш, но в кофточке, что без шапочки, как бы не замерз. Вот. Тоже. Мне нравятся такие толстощёкие здесь малыши, такие прям щечки пухленькие у них. Птички очень красиво нарисованы. Да, здорово. И вот есть у нас и новогодняя. На Новый год можно раскрасить такую красоту. Вот тоже, да? Звездочки. На Рождество можно раскрасить такую красоту. Как рождественскую звезду. Ну, и здесь тоже клапан просто. И вот так заканчивается у нас раскраска. Так, всего у нас здесь получилось иллюстраций 46. Ну, вообще их, по-моему, 45. Но так как я первую вот эту страничку еще посчитала. Ой, слушайте, я посчитала с этой, с первой. Её. Вот эту надо было первой. Ну, ладно, тут небольшая иллюстрация. Я ее тогда эту буду первой считать, и эту первую. Ну, неважно. Так что вот такая вот раскраска. Я очень рада, что она у меня появилась. Всем спасибо за внимание. Пишите обязательно в комментариях, нравится ли вам такая раскраска. Всегда жду ваших комментариев. Всем отличного настроения. Самое главное, здоровья и всего самого наилучшего.